Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 5 копеек 1990 года. Давайте разберем, сколько она может стоить. Ну что, поехали? Пятикопеечник 1990 года из марганцевой латуни имеет три разновидности. Первое. На аверсе нет клейма монетного двора. Под второй буквой К в слове копеек между листьями венка две линии. Вторая. На аверсе нет клейма монетного двора. Под второй буквой К в слове копеек между листьями венка три линии. Третье. На аверсе есть клеймо московского монетного двора. Если две предыдущие разновидности ценности не предоставляют, то это очень интересно для коллекционеров. И стоимость такого варианта от 12 тысяч рублей. Известны 5 копеек, очеканенные заготовки 50-копеечника. Один из таких экземпляров был продан на аукционе монет и медалей за 185 тысяч рублей. Однако, это еще не предел. Существует пятак 1990 года на биметаллической заготовке. В 1990 году готовились к денежной реформе 1991 года, после которой, кстати, появились комбинированные монеты. Поэтому заранее шла разработка вариантов заготовок из биметалла. В качестве эксперимента или просто ради интереса одну из заготовок кинули в чеканку пятикопеечников. Так появился данный экземпляр, который оценивается от 450 тысяч рублей. Итак, что мы имеем? На нашей монете нету клейма монетного двора. Это означает, что монета недорогая. Давайте посмотрим, какой вариант нам подходит. Вот здесь под буквой К у нас три полосочки. Это означает, что второй вариант. На этом я закончу свой обзор. Хочу поблагодарить за помощь в создании ролика Александра Пономарева с канала «Помним о прошлом». Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените, пожалуйста, ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока!